палате, на которой спят, второй этаж, и губами проведи. Он заплакал. Ты еще боишься, что ли? Ничего не надо, все, выходи отсюда. С такими, я знать не хочу. Вышли и сюда. Так, скажи, ты боишься крапивы? Я крапивы боюсь. Теперь смотрите, она жгучая крапива. Я беру в рот ее и начинаю терзать, жевать. Слезы катятся, у меня волдыри на губах. Ха-ха-ха, все. А я не боюсь. Ну, зашли обратно, губами провел, что ты матерился больше никогда. Теперь давай помолимся. А другой раз с ребенком помолимся, а у меня сетка, я по граничью щелкну, ты слюнями сделаешь, что ты плакал, и сразу беги, будто бы ты водой отмочишься. Никто не имеет права смотреть, никто не имеет права над ним смеяться, с него вина снята, он реабилитирован. И наказание, когда рассказывают, так как вы, где учились, психолог, профессор приезжает. Было такое, мальчик обозвал девочку, вшивая. Она действительно с одной матерью пьяницей. Сама дует корову, а им 9 лет, что ли, и выходит на трассу Барнаул-Новосибирск, продает шоферам, чтобы кусок хлеба купить. Это вообще. Действительно, у нее были вши. Мы сразу обработали, нету. Я сказал, кто сказал? Ну, вот там, такой-то. Ну, иди посмотри, ваш вшей нет. Объяви всем, у Леночки вшей нету. Вшей. Я тебя наказываю. Сегодняшний день ты будешь играть только с ней. Защищать ее будешь. И ты увидишь, какая красавица растет. Ты же через 5 лет вокруг нее вином будешь ходить. Оцени это дело. И, конечно, моя Леночка расцветает. И этот, вот это наказание. Профессора, адекватное всегда должно быть. Один парень, там у нас, где крещение, там купаются, пляж. И там раздевалка, деревянные. Он прошел, и где пенал. Валера, пенал, пенал. Почему? Дурью маялся, а сам здоровый. Так я ему даю щурку, ногами гоню этого, пинает туда и обратно. Он пока допинал ее, больше никогда не пинает. Вот так. Спасибо. Так, это у нас был первый блок. Сейчас подзарядится техника, минут 20. Я готов, пожалуйста. Да, и будет тогда второй блок вопросов. Я подожду? Ну, да, может. Можно и тут. Вам прокладу блок. Помните про лагерь еще раз, я отвечу, что лагерь не закрывали, я его закрыл, расформировал на следующий день. А они хватились, это уже через полгода, наверное.